Друзья, всем привет! Хочу вам показать обзор нашей зимней теплицы, что у нас здесь растет. Сейчас январь месяц, вот у нас петрушечка, салатики, руккола, базилик неплохо себя чувствует. Здесь у нас огурчики. Вот они зреют, спеют, скоро поспеют. Вот уже такие приличненькие, можно уже срывать. Здесь у нас перчики. Перчики тоже зреют, спеют. Уже один урожай собрали. Это вот уже следующая партия идет, созревает. Вон там даже красненькие есть. Здесь у нас шпинат новозеландский. Разрастается как сорняк. Здесь у нас репку я сажал. Редьку. Салатики. Шпинатики, помидорки. Помидорки собрали тоже. Первый урожай, остальные вон начинают зреть потихонечку. Вот один остался. Выращиваем чисто для себя, не для продажи. Лучок. Здесь в основном все помидорки. Вот такой кратенький обзорчик, то, что мы выращиваем в теплице зимой.